Добро пожаловать! Спаситель сердца башни! Отстань от меня. Так, что ж, на чем мы там остановились в прошлый раз? Мудрейший хозяин! Конечно! Властитель раз... Так, ну, Хэллоуин благополучно закончился, а мы продолжаем проходить игру Overlord. И привет всем любителям видеоигр. Так, в прошлый раз мне дали квест вот на слепые холмы. Мне нужно там найти какой-то кран. Так, давайте, вот получается. Еще можно нажимать на... Короче, смотреть свою статистику здесь можно. У меня максимально сейчас вот можно брать 10 миньонов. И у меня пока что только вот эти вот земляные миньоны. И задание у меня тут есть. Для восстановления башни требуется кран. Показать всю историю. В башне уже есть сердце. Так, ну ладно. Давайте будем отправляться на поиски крана, который нам нужен. Раз, проверка. Эта штука работает? Кажется, не очень. Вы меня слышите, повелитель? О. Так. Существа в округе, мой господин, весьма бесстыдны и наверняка уже размножились, покрыв свои потери. Призовите своих слуг, и мы отправимся в деревню. Кутёж! Что за отвратительное название? Да, вот, кстати, есть вот такая штучка. Ее нужно передвинуть, для этого нужно 10 вот таких прихвостней, а у меня пока что 10 прихвостней нету, поэтому... Поэтому нужно идти в другую сторону. Вот если их сделаю, то... Так, наверное, надо поубивать, что ли, кого-нибудь. Тех овечек. Да, что-то как-то я в обход пошел. Ну ладно, ничего страшного. Так, здесь в прошлом этом уже были. Так, вот они, овечки. Так, что там? Жизненную силу они мне принесли. Давайте проверим. Все. Вот я 10 прислужников себе взял. И сейчас давайте передвинем ту штучку, чтобы... И потом пойдем искать кран. Это не полурослики. Посмотрите на того бугая в шлеме. Может, это два полурослика в одних доспехах? Ха, да, спорю, так и есть. Я бы не стал доверять этим мелким пронерам. Ну, может, ты и прав. Эй, если вы не полурослики, освободите наших людей из лагерей, что дальше по дороге. Стойте уже спокойно, а то мне никак не прицелиться.
Теперь, когда лорд Кутёж погиб, вся надежда на нас. Если мы их впустим, они нас... Вон они в поле! Маленькие жадные полурослики! Подожгите пшеницу огненным шаром и поджарьте их, как просят на обед! Кстати, чтобы произнести заклятие, нажмите кнопку Е. А... Так, сейчас нажмем, но только... Все, сгорели. Только получается вот эта вот нижняя синенькая полоска, это как бы моя магия, и применение магии расходует эту синенькую полосочку. Так, вон они идут, эти коротышки, но я хочу вот это вот сейчас вот. Залутать чего-нибудь, может что-то интересное есть? Золото. Снова полурослики! Огонь! Гори, гори! Так, что они там все сгорели? Еще камнями кидаются. Стоп. Так они, получается... Они, получается, моих миньонов, что ли, всех убили? Это мне надо опять идти. Назад. Вот в эту вот самую штучку. А вот насчет этого, насчет здоровья, я что-то не помню, как его восстанавливать-то. Так, нужно замочить какую-нибудь овечку еще. Да, вот эта вот штука еще непонятна. Овечек нету, ладно, давайте идем назад к ним туда. Я ж поставил это самое, я и забыл, я же на максимальную сложность поставил. Может, из-за этого так их всех замочили. Господин, каждое убийство невинного человека делает вас более злобным. Это притягивает к вам энергию зла, делая вас сильнее. Однако для долгого похода во славу тьмы это не очень подходит. Нам нужны живые люди. Из их благодарности можно извлечь определенную пользу. Так, что же нам теперь тут делать-то? Нужно... Ага. Ладно. Буры! Это моё! Mm.
Наверное, это лагерь, о котором говорили крестьяне. Осторожнее, поверите. А, точно, вспомнил. Это кровавая яма, повелитель. Здесь вы можете принести в жертву своих слуг, чтобы восстановить здоровье. Не сомневайтесь, они с радостью умрут ради вас. Они преданы вам. Все, точно, понял. Тут же, блин, здоровье можно восстанавливать. Грабеж! Кидает туда прислужников. Так, ладно. Ага. А вот и... Так, что там? Призывать не могу, да? У меня нету. Ладно, что ж, давайте... Тогда нападать. Сначала, наверное... Так, а если я применю... Они кидаются камнями! Недоразвитые! Опачки. Засосало. Вернуться в башню. Ну вот тут, получается, проиграл. Чё мне там сейчас будут говорить? Ничего не говорит, просто, короче, получается. Просто проигрываешь и идешь в башню. Так, а у меня вообще нету, да? Это надо будет мне сейчас заново убивать этих вот овец. Собирать. Да, это же жесть. Без прислужников как-то трудновато. Хотя я же собрал уже три. Давай сейчас троих призову. И будем охотиться еще на остальных. Чё за овечки какие-то, блин? Так, что у нас там 5? Еще надо. То есть мне надо еще в башню, что ли, опять вернуться? И опять сюда, да? Чтобы овечки-то риснулись. Так, ну вот еще овечек поубиваем для жизненной энергии, для моих этих миньонов. На случай, если меня покоцают, я там потом миньонов брошу в колодец, чтобы мне жизни риснули. Оторвались.
Так, а чё же они не собирают-то? Всё, и идём теперь опять. Так, там 6 запасных, да? Получается, и 10 у меня. Надеюсь, они не будут сейчас опять заново эти кат-сцены включать. А вот еще овечки. Печалька. Почему-то он, этот гадский полурослик, убил всех моих миньонов. Господин, каждый... Вы спасли нас! Теперь полурослики не вырежут нам коленные чашечки. Пусть деревня Кутёша в безопасности, но многие из наших братьев остаются в рабочих лагерях. Когда полурослик Мелвин Толстопус вернулся из похода, они объявили его героем. И такое началось. Мелвин всегда был маленьким. Ну, как и все полурослики. Но у него разыгрался страшный аппетит. И он стал огромным. Я к нему подошел слишком близко и едва не лишился руки. Его прихвостни украли нашу еду и заставили нас работать на поле, чтобы вырастить еще еды для Мелвина. Жесть какая-то. Я про овечек. Вообще не поймаешь их. Так, ладно. Сейчас я призову. Наверное, это лагерь, о котором говорили крестьяне. Осторожнее. О, хилка. Это кровавая яма, повелитель. Так, но это здесь мы уже знаем. Вы можете принести в жертву своих слуг, чтобы восстановить здоровье. Не сомневайтесь, они с радостью умрут ради вас. Кстати, а вот тут что такое? О, это источник маны. Я такой много лет не видел. Здесь можете восстановить ману, принеся в жертву своих прихвостней. Опять прихвостней. Так, а зачем вон та штука? Наверное, тоже, наверное, что-то нужное, да? Но мне вроде на нее квест пока не давали. Так, ладно. Что ж мне сделать с этими полуросликами? Нужно их как-то замочить. Если я нападаю вон на тех, то ну, те тоже прибегают. Как-то может их
выманить, что ли? Маны нету. Да, не думал, что эти вот первые уровни будут такими сложными. Так, не знаю, ладно, сейчас, короче, пробую. Если опять вздыхаю, то потом тогда уже в следующей серии буду, да, потом тогда уже продолжать прохождение. Так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семеро. Семеро внизу и сверху там вон стоят. И есть еще вон тот кран. Интересно, если я открою, то что будет? Они кидаются камнями! Недоразвитые! Не, почему-то не получается. Вздыхаю. Вернуться в башню. Странно. Да отстань ты. Так, получается, я появился опять. Опять нужно фармить этих. Коз. Ладно, короче, я, наверное, сейчас этих коз нафармим, но этот момент я вырежу, но потом включу уже, когда я буду опять возле тех карликов и... Так, ну вот, короче, я опять добрался до вот этой вот, до тех полуросликов, и я нашел тут, короче, одно место такое, здесь можно вот обрушить вот эту вот штучку. Получается, и мы, получается, тут вот короткий путь будет, прям сюда вот в нашу башню. Теперь можно будет, короче, сразу, как появишься, туда не идти, а вот здесь вот, через эту штучку сразу проходить к тем полуросликам. Но я что-то вот... Думаю, может быть, это же игра логическая, может быть, там нужно как-то по-другому действовать, не идти прям вперемяс на них. Ага, они кидаются, зараза. Так, ладно, если я... Гори, гори! Так, а если в этих тоже огонь кинуть? Гори, гори!
Уходим, уходим. Блин, почти, почти получилось. Ладно, возвращаемся в башню. Наверное, пока что все на этом. Надо было мне, наверное, поставить просто обычную сложность. Ладно, пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.